И после рикошета мяч оказывается в воротах. Слишком долго он не расстается с мячом. Гол! Во второй раз в этом матче он отправляет мяч в сетку ворот. Мяч летит в центр штрафной. Этот гол означает, что осталось забить всего один, чтобы спасти эту игру. Времени остается немного, но они постараются. Помогает ему партнер в атаке сейчас. Доннарумма! Шикарное спасение! Казалось бы... Отличный момент! Коман! Вратарь в деле. Отличная реакция на этот удар. Коман! Этот мяч не будет засчитан вне игры. Спорить с этим решением никто не будет. Офсайд совершен. И после рикошета мяч оказывается в воротах. Слишком долго он не расстается с мячом. Гол! Во второй раз в этом матче он отправляет мяч в сетку ворот. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. Решил пробить Антуан Гризман. И выносит мяч защитник. Удар. Мяч в воротах. И это гол. Верарди! И мяч в сетке. И надо забить еще один. Время еще есть. Есть у него место для движения. На одном мяче он не успокоился и забил второй. На его счету дубль.